Всем привет, вы на канале Ховлад, и сегодня мы поиграем в игру под названием непосредственно Black Myth Wukong. Это, короче, какая-то хайповая игра, которая мега хайпанула на непосредственно Ютубе на зарубежном. Сразу же настройки полезем. Так. Посмотрим, ну, вроде все в порядке. Вот. И, короче, я решил ее тоже пройти, потому что почему бы и нет. Давайте начнем новое путешествие. Посмотрим, что это за игрулька. Мега хайповая, как говорят. Вообще, прям супер положительные отзывы. Там прям сейчас, по-моему, несколько миллионов человек сидит в нее. И, по-моему, 1,5 миллиона в ней сидит людей, играет в эту игрульку. Как я понял, как по скриншотам... Уже с самого начала какой-то охрененный капец. Так, настроечки. Настроечки недоступны. Что это за огромные чубаки? Почему они тут находятся? Очень похож этот Monkey King из Доты. Очень. Я не знаю точно, по вселенной Доты это или нет, но похож он на нее очень сильно. Капец, это просто, это как таких людей земля носит такого размера, я вообще не понимаю. Габелла у них размер просто. От них эту броню сколько делали, наверное, вообще. Это самое начало, а я думал, это где-то посерединке будет, я просто видел этот момент. Но просто сам факт, что этот размер этих челиков, он просто, он... Вот просто смотрите, какого размера Monkey King и какого они. Я так понимаю, это Monkey King. Король обезьян. Сейчас у нас небольшая прогрузочка происходит. Мой мастер. Мой учитель спасен. Священные тексты целы. Но озвучка такая себе, конечно. Всего лишь хотел жить на горе, подальше от тебя и твоих так называемых добродетелей. Те, кто живет наверху, мне не доверяли. Я могу их понять. А теперь они прислали себя и целую толпу болванов, чтобы запугать меня и снова сделать покорным. Это я тоже понимаю. Но одного я никак не пойму. Зачем вы, твари, убиваете моих сородичей? Капец, ты громадный мужик. О, ничего себе. Двуглазая собачка. Что-то зуб, молясь, отстает. Назад, глупая псина. Это непростая обезьяна. У нее немало достоинств. Некогда его даже слышали люди. Что-то там не успел прочитать, что. А только я могу вызвать его на поединок. Это будет сейчас первый файт. Учти, обезьяны, я не склонен сражаться с теми, кого побеждал прежде. Вот что я предлагаю. Если проигрываешь, я заберу тебя в небесные чертоги. А они остаются и сравняют твою гору с землей. Если я проиграю, то непременно отомщу. И они все равно уничтожат твою гору. Вообще невыгодный обмен. Если будет весьма печально, ты тоже был в небесных чертогах, и нам нет нужды сражаться. Прикань колени, признай свою вину, и все останется в прошлом.
and we can put this behind us. А, лол, нет. Ты умеешь мотать языком. Почти так же хорошо, как свинья. Спасибо, позабавил. Слово о забавах. Как ты смотришь на то, чтобы я вырвал твой лишний глаз, съем его на завтрак? Не бойся, у тебя останется еще два. Сможешь полюбоваться, как я выпускаю кишки небесной швали. И тем, кто наверху, и синий твой черный. Ну, кто на меня? Так. И как же нам драться? Так, мы деремся на квадрат. Это у ворот. Это усиленная атака. Блок на этот. Это прошлая скала. Это что было? Так. А, я понял. Надо немножко разобраться в проблеме. Так, я не увидел ничего. Так, блок на этот. Еще пока непонятно. А чё я хилюсь это? Пока ничего не понятно. Это Soul King, я так понимаю. Soul... игра на, по типу Soul... Dark Souls. Так, это как-то нам можно использовать способности какие-то. Его атаки с помощью удара, соответственно. Блин, прикольно сделано. Получается. Это я отпарировал сейчас? Как всегда, ничего не объяснено, как играть эта база. Это нормально. Ну да, Soul King. Soul King, точнее, Soul... серия Soul. Победоносная Будда. Ты хоть знаешь, как могут те, кто дал бы обрести бессмертие? Бессмертие? Сколько держав живых, сознание обрекли себя на гибель из-за одного такого этого слова. И чё? Так, давай посмотрим, что это. Так, это парирование, да? Пока ничего не понятно. Так, чё, как мне? О, да, это точно Monkey King. Его ульта. Это точно Monkey King. Это 100% по... доте. Короче, если серия ударов происходит, то... ой, так это сцена. Не, ну это 100%, но другого мантикинга просто быть не может. Ты жив, не вся грязная обезьяна, оставайся неукрощенным. Теперь тебя ничто не спасет. Твой клинок не мешал бы защитить, дорогой брат. Прекрати, щекотно. Все, почти выиграли его. Бить! Варни, уклоняться! Понятно. Тут вообще какая-то комбинация работает. Я его заморозил, получается. А, я, значит, парирую его так. Так, а вот это что? Так, как использовать в целом атаки?
работает парирование? Я так и не понял. Ага, все, давайте, пацаны, идем. Что значит строка вот эта вот справа снизу? Пошли, пошли. Где мои кореша-то? Капец. Стой. Ну это точно. Так, меня слышно меньше, чем игру. Секунду. Я погромче надо сделать, игру потише чуть-чуть. Алло, алло, так у меня слышно только шипение. Во. Во-во-во, чуть потише игру еще сделаем. Чтобы меня слышно было. Так, все. И что со мной происходит? Он активировал все свои силы, чтобы меня убить чисто. Отдай мне твоего топора, ответ моего топора, гнусная обезьянка. Бабах. Бубум, бубух. Напополам раскрошил эту гору. Охренеть. Ну ты даешь. И ты называешь это поединком, наглец? Солнце слепит, садись в лесу, если смелости хватит. О, там у него преимущество. Он же обезьянка. О, превратился в птичку. Ха! Это тоже птичку превратился. Понятное дело, что я ястреб будет быстрее, чем какая-то глухарь или глухарик, или что это. Что это? Что происходит? А, ой, а, эй. Звуки боли в голове. Сейчас попаранит нас. Ай, больно. Ноге. Бубу. Охренеть. Это ты даешь. Мы играем на геймпаде, если что. Да, не на мышке, как с клавиатурой. Цопы тут на столечке. Нет, нет, пока не работает. Ну ладно, сейчас разберемся. Так закончилась история Сунь Укуна. Героя, для которого свобода была превыше всего на свете. Он стал Буддой, но время бессмертных законов оказалось для него непосильным. Небесных законов. Он ждал, жаждал вернуться домой и простым радостям нашего народа. Я так понимаю, годы идут. Невнамек было Укуну, что его отказ проверился будет необожитель их подозрения. Все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем. Шутка. Камень долгика покоился на склоне горы. Еще винусь, я слышал, что в нем заключены остатки Укуна. О, старая обезьяна большая. Обезьяна не умирающий, такова природа каменной обезьяны. Тело Укуна погибло, но дух его по-прежнему среди нас. Скрывается от другого, появится в 6 реликвий, спрятанных по всему свету. Капец, видно его трусы. Они суть в 6 чувствах великого мудреца. Вот он, долгие века никто не видел эти реликвии. Так это же я. Тот я, который был я. Я старый, уже не перенесу дальнюю дорогу. Это же прям я. Прям я, который Укун, я так понимаю. Но среди вас может быть избранный.
Тот, кому суждено собрать реликвии Укуна. Ну, кому еще даровано собрать реликвии Укуна? Когда они вернутся в гору Хаока, Укун пробудится ото сна. Как действительно, кому же еще придется собрать все эти 6 реликвий? Кому еще? Кроме как не нам. Black Myth Bakung. Ну, я так понимаю, Укунг как раз. Вот этот вот. Не Бакунг, а Укунг. Ну, игра хорошая, говорят. Но мне уже нравится. Прикольно она выглядит. 15 минут заставка была. Прикол. 4 небеса... Черные небеса, красный огонь. Я читать не умею. Че, как дела? Так, у нас загрузочка, расскажи, напиши в комментариях, как дела. Не забывай писать в комментариях, правда, это очень приятно, когда кто-то что-то пишет в комментариях. Потому что я заметил, что там видео может собрать 175 просмотров, и комментариев нет. То есть люди просто посмотрели и вышли. Как бы лайк поставить можно, написать комментарий, нажать на колокольчик, подписаться на канал. Потому что большинство людей, которые смотрят, они даже не подписаны, к сожалению. Давайте подпишемся все вместе, дружно. Отправим все друзьям, пускай они посмотрят, заценят. Контент ведь хороший, хороший ведь контент. Ну что же вы не смотрите, ребята? Давайте все вместе подключимся. Ноги сбриты, сбиты кровь, человек бежит на звон монет. Знаешь, лучше дома места нет. Мы растем, обманываем смерть, обманывая смерть. О, видал? Что судьба в подарок мне дает. Ну-ка, как удача. Похоже, он упал с дерева неподалеку. Как вовремя. Персик будто знает, что у меня в брюхе пусто. А, фу, гадость. А это я. Ах ты, зараза, думал меня обхитрить? За это ты поплатишься. Че, нас сейчас не научат играть? Нас сейчас научат играть? Захват цели. Я захватил цель. Так, провести несколько быстрых атак подряд. Так. Нас научат играть, охренеть. Шок-контент. Воля. Каждый раз, когда приходишь, что-нибудь да выдаешь. Проказничаешь, как всегда. Так, бег. Нет, это не то. Вот так бег. Да, вот так бег. А это хил. Ага, мощная атака у нас на Y, значит. Ага. Я понял. С ним подавать что-то можно было? Нет, нельзя. Убежали. Стамина. Тут есть стамина. Тут есть стамина. Но это реально Soul King. И мана даже. Soul игры. Так, нам туда явно. Значит, зайдем сюда. Вот посмотрим, что здесь. А, нет, нам сюда тоже надо. Так, если играть, чтобы усилить атаку, накопить очки концентрации, нажав усилить удар, зажав кнопку мощной атаки, можно усилить удар, при этом расходуются очки вносить, но быстро копятся очки концентрации. Ага, я понял. Ага. На, бомжара. Я так понимаю, тут вампиризм, нам особо хилиться не надо. Так, нам явно туда, но сначала надо вот этого гондона завалить. Да-да-да, ты там килл, всех, кого хочешь, килл, делай. Мне это неинтересно. Так, куда, как открыть? РТ. Открываем. Прикол, сундучок. Чё там? Крошечный кусочек золота, ну ладно, пойдем. Так, вот так вот бегать. Не очень, конечно, удобное управление, потому что обычно бить как раз на вот эти кнопочки, а тут бить на вот эти кнопочки. Верни у меня волосы, сделай подношение. Вырви волосы, сделай подношение. Что же ты ждешь? Он из волоса сделал палочку. Это сохранение, да? Сохранение? Или... Эй, постой! Деда, ну ты что? Я хранитель горы Черного Ветра. Я жду твоего прибытия. Господи, дед, какой ты страшный.
Прям один в один. Я же говорю, пожалуй. Я же говорю, один в один. Я прям он. Я прям как он. Впереди нас ждет храм Гуаньинь. Когда-то давно в него часто приходили молиться. Но затем случился страшный пожар. Какой же дед страшный. Позже здание отстроили. Так, у нас 20-я минута. Какой-то толк от установленного храма. Если добродетель так и остается пеплом. Ну, круто же, что восстановили. Что там? Волки, ты позабыл это место? Но оно не позабыло тебя. Опасный враг, удачи тебе. Спасибо. Дед, вместо того, чтобы помочь, точнее, говорить, что опасный враг, мог бы помочь мне. Так, я уже разбираться потихонечку начинаю, но пока что неудобно. Как уворачиваться еще раз? А, нет, удобно, на Б. Почему я тогда не уворачиваюсь? Бежали. Волчий лес. Я почему-то уворачиваюсь на А. Я не знаю почему. Звуки макаки. Веселые звуки макаки. Так, побежали. Давайте всех шотнем на всякий случай. Вдруг нам потом обратно идти надо будет. Ах ты, сволочь. Дай мне усиленную атаку. Да, блин, я все равно продолжаю уворачиваться на А. Так, это нас хилит, нет? И что нам это дает? Как нам хилиться? Так, ну, шотаем мы всех быстро довольно. Так, куда нам идти-то? На это, понимаю, нам туда вон. Да, где Громила стоит, естественно. Где стоит Громила? Бык-стражник. Привет. Что, ты просто будешь стоять хавать урон от меня? Так я тебя так быстро завалю. Так, хп у нас уже нет. Отлично, меня это не радует. А, я могу выпить. Да блин, я все равно продолжаю прыгать. Почему я на А нажимаю, а не на Б? Я умер. Почему я продолжаю нажимать на А, а не на Б? Почему? Я начинаю прыгать вместо того, чтобы уворачиваться на Б. Почему на А? Почему? Что за привычка такая? Да, ну я появляюсь. Да, это сохранение, я так и понял. Так, пойдем. Тут, я так понимаю, все враги сейчас воскреснули. Нет? Нет? Не воскреснули? А, ну там чуть-чуть, парочка. На мосту его не было. Привет, волк. Привет. Что-то тебе щит как-то не помогает, дружок. А я могу как-то из прыжка атаковать там? Нет, не могу явно. Ты пока замахнешься, уже полдня пройдет, дружок. Так, нам туда. Это мы помним. Так, берем все. Все берем. Все в дом. Все в дом. Что это? А хилок у нас нету, потому что мы умерли. Вот я пока не разобрался. Так, ладно, все. Ворот на Б, не на А. Давай, атакуй меня, атакуй. Оп, а хуй тебе. А, понятно, тут у ворот не прокатил. А, тут прокатил. Оп. Ой, ты сволочь! Парирование! Парирование. А, так это запланировано? Сейчас нас научат, как это делается. Дед, ну что ты, у тебя же старый, ты же старый, ну тебе нельзя так удружняться, ну что ты. Времени прошло много, но магические оковы до сих пор действуют. Ха-ха-ха-ха-ха. Дедуль, у тебя уже палки из башки растут. Наш ты же придал сюда с горы Хуаго, кто не прощает обучить тебя полезному приемчику.
приемчику. А теперь дай мне руку. Я понял, сначала... Дай мне руку. Обездвижение. Оно единственное, которое заставляет врага застыть на месте. Кайф, 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 кайф. Вот так. Если тебе внезапно нападут злодеи, просто укажи на них пальцем. И сотвори заклинание. Они застыли, чтобы они застыли на месте, и будет время перевести дух. Увы, мое заклинание очень слабое. Оно действует лишь несколько мгновений. Однако его силы хватит на дуралей вроде этого. В общем, это твой козырь, козырь в рукаве. Давай, дед, беги отсюда скорей. Ягоми, в наши дни совсем распасись. Не беда, пусть новое задание поможет тебе. Новое заклинание. Так, РТ и правило. Привет. Капец, ты сильно ударил. Что ж, бык такой громадный повалился. Оп, увернулся. Ой, не увернулся. Увернулся. Так, ЛБ захилится. Да, я понял. Ну это, блин, ну это вообще, ну прям один в один просто. Откажите мне родителей, чтобы пробудить таланты. При повышении уровня вы получаете искры, которые можно расходовать на пробуждение умений. Заклинания возрождения искры не теряются. Я понял. То есть мы можем, получается, сейчас вот так вот открыть. Так, это наши всякие штуки, штуки, приюты-баутки. Так. Что у нас тут? Это развитие. Заскрещу удар. С каждым уровнем таланта увеличивается урон, наносимый обездвиженным врагам. А это? Когда наносите удар по врагу обездвиженному быстрой атакой, время действия следующего эффекта обездвижения применяется к тому же врагу, не имеет... Ну, говорится. Не, ну я хочу вот это. Подожди. А вот это что? Выносливость, боевое искусство. Хочу посмотреть. С каждым уровнем таланта увеличивается дальность атаки по первого удара. Так. При движении вперед во время использования вращения посоха, это вы атакуете вращение в движении. Хорошо, возьмем. Вот это возьмем. Полезная штука. Чтобы быстро сократить дистанцию с врагом, оглушить его. Проведите мощную атаку с вращением в движении, чтобы быстро сократить дистанцию и оглушить его. Блин, как круто. Это что? Вот это нам надо. Позволяет ускоряться время усиленной атаки. С каждым уровнем таланта немного увеличивает количество здоровья, восстанавливаемого при использовании очков концентрации. Потратив очко концентрации на мощную атаку, во время серии быстрых атак избранный вы можете использовать решительный удар. Во время решительного удара избранный противник врагов не получает урона от них. Вот это берем. Я понял, это имба, берем. Так, что у нас в сумке? Могильный камень, груз. А, талисман след благовоний, господи. Вы точно хотите использовать этот предмет? А что он дает? Этот рик вызывает момент отделить душу от тела и вернуться к алтарю. А, нет, это мы не будем использовать. Все, пойдем дальше. Так. Скоро же будем заканчивать. Так, куда нам идти? Наверное, сюда. Привет. Опять я прыгаю вместо того, чтобы вернуться. Не знаю, почему я привык прыгать, но почему-то я прыгаю. Да блин, не то. Я хил использую вместо того, чтобы... Ой. Ты кто? Дядя. Лягуха? Это лягуха. Взорвалась. Сейчас отравлю. Отравлюсь сейчас. Не надо. Так, ну нам явно не сюда. Подожди, а что там? Там кто-то стоит? Это волк просто, да? А, это лягуха. Так, уходим от нее, она взорвется. Так, она взорвалась. Теперь берем воду. Фритовый лотос. Блин, лотос прикольно. Чувствую себя вайбы. Чувствую вайбы этого. Мы отсюда пришли. Чувствую вайбы. А тут тогда туда, тут тогда туда, значит, нам надо. Вайбы кунг-фу панды. Такие звуки смешные издаю. А вот это что такое вот внизу, я не понимаю. Это очки концентрации или что это? Я понял. Это очки концентрации. Они у нас, получается, вправо снизу. Так, стоп, убираем. Все в дом.
Лишним не будет. Играем на RTX 4090, кстати. Волчара, волчара. Ваншот. Пошел в жопу. Лютейший, радикальнейший пошел в жопу. Так, собираем все в дом. Так, если тут еще и будет... А, вот я так понимаю, нам туда, но сейчас нам надо первое время сохраниться. То есть тут это Тихо. Медитировать. Да, это 100% сохранение. Тут как костер. Как костер. Вот я уверен в соул-ингах, в соул-игр. Медитация важна в боевых искусствах. А, нет, это пропустить. Нет, тогда мы не пропускаем, мы смотрим. Блин, красивое место на самом деле. Жаль, что оно заброшенное теперь. Мы сидим на этой штуке, которая с помощью дождя играет. Еще плюс одна искра. Так, секундочку, все в дом. Так, развитие. Хочу вот это развивать. Так, это что? Нельзя пробудить. А почему нельзя? Почему это нельзя пробудить? Требуется мощный удар 2. Я понял. Так, нам нужно, получается, вот тут качать. Боевое искусство. Стремительная, с какой-то дальность берем удара. Давайте возьмем вот это. И хпшечку увеличим. С каждым уровнем таланта увеличится максимальный запас здоровья. Хпшечку увеличим. Пускай будет больше хпшечки. Так, что у нас в сумочке есть? Стоп. Это что? Сила город твердый с камня. Это материал используется для создания оружия. Так, я понял, это нам нужно будет. Так, это что? Вино из кого-то, да, на 35%. А, это наше вино, я понял. Бла-бла-бла-бла-бла. Ну, короче, да. Все, пойдем дальше. Все, сейчас доходим до следующего этого и заканчиваем. Пока что идем сюда. Так, стоп, секундочку, я хочу посмотреть. А, настройки. Сейчас. Настройки как открыть? А, вот настройки. Сейчас я хочу посмотреть, тут у нас с графикой что? О, тут есть полная трассировка лучей. Так, стоп. Нужно перезапустить игру. Ну ладно, трассировка лучей. Посмотрим в следующей серии тогда. Так, реалистично. Сглаживание, следующее, DLSS. А где я тут? FPS нельзя посмотреть? А, отменить изменения. Так, экран, вот. Экран. Режим отображения. Почему так? Ну ладно. Порог частоты кадров. Выключить. Ладно, вертикальная синхронизация. А что будет, если мы включим вертикальную синхронизацию? Хорошо, давайте включим. Оно еще плавнее станет? Как будто бы стало только хуже. Ну ладно, пускай будет. Потом включим трассировку лучей. Но она тут есть. Вот. Видите, она есть. Вот она. Вот. Это трассировка лучей. Но мы сделаем полную трассировку лучей. Или это все-таки этот... Я не понимаю. Вот это у нас? Ну, скорее всего, вот это. Да. Это вот это у нас. Так, давай посмотрим, что тут у нас. А, это просто развитие. Но мы же можем и так, как бы, развиваться. Зачем нам тогда тут это нужно? Купить, допустим. Что тут можно купить? А, высокий градус, протекающий. Так. Ну, пока нам ничего не надо. Подожди, дарю первых проходца. А, во, это у нас, соответственно, стартер-пак. С Deluxe Edition. Так, секунду. Давай наденем сразу же все. Погоди, ты куда? Ты так уверенно направился. Все не так просто. Ну-ка, превращу тебя в золотую цикаду. Тогда сможешь перелететь на огни впереди и незаметно обследовать гору.
Давай, если ты так можешь. Лети! Реально, золотая цигада, полетели. Это все не все. Ты способен... На что способен мой скромный алтарь? Скоро ты все поймешь. Чувак, ты из пепла, получается, появился, я понял. Мы можем теперь летать как пчелка. Точнее, как это, мотылек. Кто это? Прикол. Так, секунду. Хочу сразу же поставить крутые, красивые штучки. А, ну, я понял. Нельзя пока менять. И вверх мы можем. Я могу обратно превращаться. Великие цикады, проще исследовать местность. Но помни, что прыгать в этой форме долго не получится. Если потеряешься, то лети на мой голос. Теперь в путь. Понимаю, стамина показывает то, сколько мы летим. Можем лететь, точнее. Ух ты, какой большой дядя. А почему мы превратились-то? А почему ты не увернулся-то, дружок? Почему ты не увернулся? Так, он опять не хочет. Он не хочет уворачиваться, я понял. А пить нечего. Так, короче, на минимальных здоровьях нельзя пропустить ни одного удара. Нельзя пропустить ни одного удара, сказал я и умер. Так, я-то понимаю, мы с вами все теряем, когда умираем. Типа все эти души, не души, что это было. Или оно как в этом. Или оно как в... А можно превратиться? Крутить благовоние. Так, ага. Перемещение, ну там пока нам перемещаться никуда не надо. Так, а как превращаться? Нет. Так, давайте сразу же поменяем вот это. На красивую одежку. Красивую масочку. Красивые ручки и красивые ножки. Так, это что? Найдены диковинки. Ну, пускай будет эта диковинка. А, ну у нас она одна. Что она дает? Так, музыка ветра начинает повышать скорость передвижения. Все, теперь мы красивые. Теперь мы красивые, лол. Вот это я понимаю. Прямо не просто обезьяна, а радикально давающая всем по жопе обезьяна. Ну давай. Опять я выворачиваюсь. Я опять прыгаю. Что-то какие-то мини-микро подвисания у нас есть, но я думаю, что это сугубо... Так, секунду. Настроечки, настроечки дай ко мне. Я думаю, это все из-за вот этой фигни. Вот этой вот. Все. Нет, ничего не изменилось. Ладно. Не изменилось, так не изменилось. Капец, тут много больших врагов. Так, ну волки, они не представляют собой вообще почти никакой опасности, я так понимаю. Вот та громила, которая там есть. Вот это вот. Мне ее надо будет аккуратненько сейчас. Привет. Как дела? Ага, ты у нас не хочешь, значит. По-хорошему. Ага, я понял. Тут надо прочувствовать момент. Так, пока он там АФК стоит, надо подхилиться.
Так. Да почему? Что происходит? Почему меня так подвисает? Так, ладно, я думаю, этого чувачка мы убьем в следующей серии уже. Потому что что-то у нас сейчас не получается, а времени уже много прошло. В общем, давайте вот так вот сделаем. Красиво нашу макаку поставим. Масочки. Вот, всем спасибо за просмотр. Вот, следовательно, в следующей серии мы продолжим играть в эту прекрасную игру. Она мне уже нравится. Soul такой... Soul... Короче, серия Dark Souls'а. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.